где у вас ремень? Я, дружище, я на сноуборде просто, у меня защита. Совершенно. Вот смотри, я в защите. Один из первых нарушителей – водитель «Лады» 13-й модели. Мужчина рассказал, что ехал с горнолыжной базы. Там он катался на сноуборде. Трассы в этот день и настроение у него были отличными. Даже несмотря на то, что, возвращаясь домой, заработал штраф. Я не пристегнулся. Меня штрафовали. Правильно сделали. Надо пристегиваться. Всем водителям надо пристегиваться. Другого водителя за рулем «Лады» 12-й модели остановили за подобное правонарушение. В его автомобиле находился 4-летний ребенок, который не был пристегнут. Однако, по словам мужчины, маленький пассажир находился в детском кресле. Хотя сумма штрафа говорит об обратном. Просто не останавливалось? За ремень. За ремень? А у вас кто был не пристегнут? Я. А еще? Я один. А дети были пристегнуты? Да. Данного водителя остановили за перевозку ребенка без детского удерживающего устройства. Данный водитель был привлечен по статье 12.23, часть 3. Сумма административного штрафа составляет 3000 рублей. Напомним, в 2014 году в Альметьевском муниципальном районе случилось 52 аварии с детьми. В них пострадал 61 ребенок. В этом числе 30 детей-пассажиров, 23 пешехода и 8 велосипедистов. По словам автоинспекторов, немало происшествий произошло и с участием пьяных водителей. В этом году по вине водителей в нетрезвом состоянии с тяжкими последствиями произошло 23 ДТП. 23 ДТП, в котором 10 человек погибло. Вот. И 41 получили телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД проверяли и грузовые автомобили на предмет перевозки алкогольной продукции. В декабре в Татарстане проходит месячник «Нелегальный алкоголь». В этот вечер водители перевозили спиртные напитки, разрешенные российским законодательством. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевское ТВ.